был 2017 год. Да уж, лекции, практикумы, доклады, зачеты. Интересно, что нам ждать от Нового года? Года собаки. Можно сделать астрологический прогноз? Давайте вызовем Духу, он нам все и расскажет. Мы же забыли про самый главный атрибут праздника. Ну, и кого что беспокоит перед началом Нового года? Я за последние полгода очень сильно скинула в весе. Переживала за каждое свое выступление на паре. Новогодний стол – отличная возможность набрать потерянные килограммы. О, это точно все знают. Новогоднее угощение должно быть... сытным, вкусным, полезным. Не спорьте. Давайте лучше спросим магический шар. Пусть он нам расскажет, какими должны быть новогодние угощения. Так, кто-то будет тереть суп. Ой, я буду. Вообще, что нам надо? Короче, мы купили вот такой вот хлеб, зачем бабка? Нам нужно тереть. Да, да. Маринка, давай пожалуйста. И смешай его потом с майонезом. И ложечку. У нас готовы брускетты. Вчера пересматривала свои детские зимние фотографии. Давно не испытывала такого счастья, как на фото. Новый год у меня всегда ассоциировался со снегом и игрой снежки. Ты когда последний раз играла? Учеба в университете занимает слишком много времени. Ни минуты не остается на зимние развлечения. Может быть, магический шар поможет нам окунуться в детство? Что ты можешь пожелать нашим студентам в новом году? Сессию сдать. Удачной сдачи сессии в первую очередь. Чтобы отлично сдали все экзамены, сессию. Мне кажется, начинается зимняя сессия. Чтобы была у них отличная зимняя сессия. Скажи, у тебя есть самое заветное желание, чтобы вот ты хотел, чтобы оно исполнилось? Я хочу сдать сессию. Смотри, идешь, берешь снежок, лепишь, и вот отсюда кидаешь тазик, попадаешь, и оно сбудется. Это была не шутка. Это секрет, а то не сбудется. Я не могу его сказать. ЕГЭ сдать. Скажи, у тебя есть самое заветное желание? Да. Ты хочешь, чтобы оно сбылось? Конечно. Новый год пускай подарит много сил и начинаний. Пусть он список весь исполнит самых смелых ожиданий. Дни его пусть пролетают разноцветным фейерверком. Пусть тебя закружат танцы, счастье с радостью и смехом. Пусть здоровье будет в норме, пусть любовь будет со страстью, пусть богатство будет в доме. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. Вот знаете, что я вам могу сказать без всякого магического шара? Да и так уже понятно. Сессию в январе. История, английский. Вот бы сессию на дню пятерки сдать. Да ладно вам переживать. Давайте попросим поддержки у магического шара. Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники, мы прощаемся с 2017 годом. Этот год был успешным для нашего университета. Гагаринский стал опорным вузом. Мы победили в конкурсе отбора вузов как центров инноваций. Были решены интересные проекты. Успехи и гранты наших ученых обеспечили на треть увеличение финансирования научных исследований. А успехи наших студентов показали высокий уровень нашего университета и его передовые позиции в вузовском сообществе. Я всех вас поздравляю с Новым годом. Желаю здоровья студентам, решения сессионных проблем без лишних вопросов. Ну а тем, кто будут защищать дипломные проекты, несомненных успехов.
новых интересных решений и проектов нашим уважаемым профессорам и доцентам. Хотелось бы, чтобы в новом году в семьях присутствовало счастье и успех. И чтобы по Новому году вы обязательно шли рука об руку с ее превосходительством удачи. С Новым годом! На позитивной ноте наша программа подходит к концу. Поздравляем наших студентов с наступающим Новым годом! Стоп! Снят! Вот год завершился внезапно и плавно. Учись в политехе, но думай о главном. Трудись, чтобы дальше лучше жить, чтобы верить. С Новым годом поздравим всех вас, и курантим 12-й час. Прозвучат для студентов, и всех поздравит наш политех. С Новым годом поздравим всех вас, и курантим 12-й час. Прозвучат для студентов, и всех поздравит наш политех.